Ты помнишь, что у платья Даурия, именно так называется наш следующий лот, есть своя история? Ведь этих платьев у нас было два. А я не знаю, расскажи мне, пожалуйста. Ну что ж, мои дорогие, действительно, работая в рубрике «Мода», мы сталкиваемся очень часто с прекрасными тканями. Вот именно этот принт не обошел мой взор. У нас было два цвета, мы его так и назвали «Лед и пламя». Это цвет лед. Пламя, яркие коралловые оттенки у нас уже закончилось. Поэтому поторопитесь, если вам очень важно, какой на вас принт. Как выглядите в этом и как вы будете стройно выглядеть? Вы сегодня выбираете платье Даурия. А я от себя хочу добавить, что это не только красивый выбор. Вы знаете, в этом платье бесконечно комфортно. Свет, вот ты знаешь, многие наши телезрительницы наверняка сталкивались с тем, что платье где-то да зажимает. Я второй эфир. Наши постоянные телезрители видели, что я была в рубрике «Дом» в этом же платье. Я в нем валялась на кровати. Мне было так удобно. Ну что ж, дорогие мои, весь секрет, конечно же, в правильной ткани. Давайте, во-первых, посмотрим на девочек. У них совершенно разный тип фигуры. Любочка, иди ко мне. У нашей Любы 52 размер, у Ольги 46-48. Посмотрите и на Оле, и на нашей Любе. Платье сидит идеально. Кстати, Оля выбирает на размеры побольше, Люба выбирает размер в размер. Вот если сейчас вы хотите, чтобы платье свободно струилось, вы выбираете, как Ольга Шилова, на размер больше. Да, на мне 48. Да, если вы хотите, чтобы платье подчеркнуло вашу фигуру, вы выбираете размер в размер, как у Любы. Итак, 52, носит 52 и выбирает. А вам понравился мой выбор? Ну, тогда закажите его себе прямо сейчас, потому что сегодня, друзья, действует потрясающая специальная цена для вас. 2990 рублей в честь премьеры. Не забыли? Бесплатная доставка уже у вас в руках. Итак, это тройная выгода для вас. Это бесплатная доставка. Это цена премьеры со скидкой в 360 рублей плюс... Это ваше комфортное и сразу же и красивое платье. Я согласна с тобой о комфорте. Это очень важно, когда платье по фигуре, платье-футляр осуществляет комфорт. Давайте посмотрим сейчас на принт. Ведь это, я бы сказала, изюминка нашего платья. Посмотри на идеальное сочетание горчичных оттенков и сапфирового синего цвета. Благородная гамма. А какой принт? Слушай, а правда, что синий странит? Да, синий странит, но в данном случае мы не смотрим. Ведь здесь не только синий цвет, здесь есть еще и горчичный. Мне очень нравится то, что принт у нас сложный, а силуэт платья простой. Это главное преимущество нашей модели. Если у вас интересный принт, не нужно его ничем утяжелять. Давайте посмотрим еще раз на стройную фигуру и ткань. Люба, я попрошу, чтобы ты помогла мне. Давайте докажем, что ткань наша тянется, она эластична. Для этого нам нужно ее потянуть. Это мы сделаем в зоне талии. Именно зона талии – это тот момент, который часто волнует наших модниц. Где-то не сходится, где-то складывается. Появляются. А покушали? Да, это тот момент, когда ткань действительно будет облегать вашу фигуру. Посмотрите, вот здесь видно, у нас остается немного места. Это огромный плюс. То есть платье, посмотрите, вот не так впивается в вашу фигуру, а у нас есть пространство. Слушай, а Люба прям постройнела. На ней что, тоже 48-й? Нет, на Любе 52-й размер, она носит 52-й. И в данном случае наша модель выбирает размер в размер. Что мне еще нравится в этом платье? Королевская длина. У Любы рост 1,75 м, 1,76 м. Посмотрите, где заканчивается это платье. У Ольги чуть-чуть длиннее. А мне, знаешь, что нравится, Свет? Я безумно люблю манжеты. Я не люблю, когда широкие рукава, но они мешают двигаться, согласитесь, да? Кто-то на работе что-то пишет, кто-то там подбежит там чашечку помыть, да, и так далее. Бывают всякие разные моменты, и вот мне мешают широкие рукава, а вам они не мешают? Если мешают, вы можете не обтягивать себя, но при этом чувствовать абсолютный комфорт. Кстати, благодаря нашей манжете вы можете регулировать длину рукава. Посмотрите, у Ольги длинный рукав, у Любы рукав почти в 3/4. Еще раз обращаем внимание, что это трикотажно-вискозное полотно. И эта ткань не прокрашена, она тонко вывязана. Это приятное платье согреет вас не только осенью, но и зимой.